Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Как говорится, обещанного 3 года ждут, но с сегодняшнего ролика я хочу восполнить пробел в своих обещаниях, которые я обещал своим подписчикам. Это по поводу диагностики системы зарядки, диагностики и устранению причин недозаряда аккумуляторов. Тема злободневная, и при всей такой малозначительности, будем так говорить, многие не обращают на это внимания, но это является, как правило, одной из самых основных причин того, что в конечном итоге автолюбители сталкиваются с тем, что батарея потихонечку высаживается и в какой-то обязательно в ненужный момент она перестает крутить. Это касается особенно тех автомобилей, которые передвигаются по городу и по городу на короткие расстояния малыми перебежками. Начну сегодня этот цикл с Volkswagen Jetta. Машинка старенькая. В основном будут старые машины. Ну, будут и молодые машины. Тоже не переживайте. И в них я постараюсь вам показать основные места, где эта проблема зарыта или закопана. И чтобы у вас возникало как можно меньше проблем с этим. То есть с поиском этих мест. Забегая вперед, хочу сказать, что сегодняшний ролик не удалось дописать до конца. У аккумуляторщика села батарейка. Ну, батарейка в телефоне, вы поняли уже. И поэтому до конца этот ролик дописать мне не удалось. Но, по крайней мере, я считаю, что удалось раскрыть тему. Именно показать те места, где вот эта самая собака с недозарядом в Volkswagen, по крайней мере, Jetta, Golf, Passat, в принципе, у них у всех эта проблема зарыта в тех местах, на которые я вам сегодня покажу и укажу. И как эта проблема решается, в конечном итоге, забегая вперед опять же, хочу сказать, что мы все-таки увидели 14 вольт. Самое главное, нам увидеть 14 вольт не менее. Оптимальная зарядка для современных аккумуляторов это 14, 14,2, ну 14,3. 14,3 это великолепно. Все, что выше, я тоже как бы не поклонник, но с учетом того, что это под нагрузкой, хотя бы с ближним светом. Если без света, ну вы посмотрите ролик и убедитесь, что без света у нас все чих-пых. Все замечательно, великолепно, но правительство, наши великие правители, наши могучие гаишники нас заставляют ездить постоянно со светом. Якобы это в целях безопасности, но безопасность в одном, а опасность в другом, то, что батарея все-таки высаживается. И как бы там ни было, как бы там ни было, если напряжение не доходит до конечной цели, а конечная цель это у нас аккумулятор, потребителю, который мы включаем, свет, печка, кондиционер, там, не знаю, магнитола, им пофигу. Им наплевать, что у вас там недозаряд идет, он свое возьмет и брать будет свое, именно с батареей. Поэтому и возникнут проблемы рано или поздно. Рано или поздно они возникнут. А второе, чем опасно, чем чреват недозаряд, это глубокая и стойкая сульфатация, которую потом очень тяжело снять с аккумулятора. Так, ну, вступительное слово сказал. Больше я в кадр вылазить не буду. Просто будет череда роликов по мере поступления, по мере настроения моего.
череда роликов на эту тему, и будут разные машинёшки и, соответственно, разные причинные места, в которых вот эта собака, про которую мы говорим, она и зарыта. Так, сразу хочу сказать всем пока-пока, потому что ролик не дописан до конца, села батарейка. Пожелать всем удачи, здоровья, ну и, соответственно, берегите свои батарейки. Пока. Так, Volkswagen. Это у тебя Jetta, да, или как? Volkswagen Jetta. Так, батарея была полностью высажена до 5,6 вольта. Нам требуется установить причину. Почему? Так. Сейчас 13,13. Так, Миш, давай заведем. Так, ну зарядка отличная. Зарядка супер. Так, на клеммах мы видим 14,20. Свет включи. Так, просадка 13,95. Так, что у нас покажет генератор? Так, на генераторе у нас 14,37. Генератор 14,37. Так, на аккумулятор приходит у нас 13,94. Так, пропажа у нас почему? Так, попробуем определить. Так, подключаем плюс на генераторе. Генераторе минус на аккумуляторе 14,24. Так, значит, у нас идет потеря по плюсу. Так, потерька у нас вот в этом месте, Миш, находится вот здесь. Так, с генератора приходит вот сюда, вот сейчас надо вот это вот, вот видишь, у нас здесь уже 14,4. В этом разрыве, где провод пошел на аккумулятор, вот здесь у нас проблема с недозарядом здесь. Сейчас надо будет это все зачистить. Так, давай заглушим машину. Надо клемму скинь любую. Так, давай теперь посмотрим на предмет. Да, ну давай минусовую. Вначале на предмет паразитки определимся, и сразу надо будет вот это вот место раскрутить и зачистить. Так, смотрим паразитку твою. Клиентке желательно тоже почистить. Так. У тебя сейчас все выключено, Миш? Ключ зажигания вытащи. Дверь закрывай. Так, смотрим. Паразитка отличная. Утечка в пределах нормы 2044. Так, с этим у нас, к этому у нас не подкопаешься. Так, давай теперь вот это раскрути, зачисти.
Так, что, раскрутил, да, Миш? Да, раскрутил, давай. Так, вот теперь смотри, вот эти вот места все надо тщательно зачистить. Вот, вот здесь, здесь. Это что? Это наждачка. Особенно места прилегания вот именно вот этих клемм между собой. Все, пойдет. Ставь на место. Не брызнуть? А? Не надо ВДшкой. Ничего не надо. Разницы нету. Вот так. Шайбы нету. Мы шайбу поставили. Куда шайбу? Сюда. Вот прижимала. Ну, да, гайки затягивай, да и все. Затяну. Да, затянулся. Так, ставь клемму, давай заводим. Эти ветрища, да, сегодня? Я с Ставрополя не слушал. Мы называли его город ветров, плетей, пропоров. Так. Заводи. Так, посмотрим просадочку. Так. Свет включи сразу. Здесь у нас 14.94. Так, с генератором 14.29. Добавляем обороты, и напряжение падает. Видишь, это говорит о том, что слабенький ремень начинает буксовать. Трогайся, а потом его потянул, прекратилось. Ну, в принципе, вроде
Еще, ну, давай чуть-чуть. Потому что он обходит немного. Собака местная. Так, примерно так я уже забыл. Не сильно тут? Нормально. По 90 градусов. Нет, нет, он еще есть чуть-чуть. Броник у тебя есть. Сам по себе ремень дубовый. Ну давай, заводи. Свет не включен. Да, включай. Так, на перемычке 14,4, 13,92. Так, Миш, вот этот вот надо еще почистить. Сейчас заглуши. Еще здесь надо зачистить. Надо, чтобы приходило без потерь на аккумулятор. То есть, поубирать все вот эти сопли, чтобы... Этот контакт нам нужно зачистить, который идет с генератора. Теперь это здесь вот непосредственно на самой клемме хорошо зачистить. Ну все, собирай. Да, чтобы контакт был как можно был плотнее и как можно площадь больше было. Все достаточно. Все заводим. Свет включаем. Ну, сейчас не обходится.
Давай непосредственно массу так. Ага. Двенадцать девяносто два. Так, надо массу меньше зачистить тоже. Так. Разрыв еще и по массе у нас идет. Давай вот эту зачистим. 0,8 вольта. 2,08. И так. Желательно, конечно, вот эту вот хуйню зачистить. У нас на двигателе. Вот на двигателе тоже надо почистить. Ну отлично, на самой клемме тоже зачисти. Вот это место, где прилегает. Теперь внутри клеммы. Это еще советская наждачка у меня с советских времен, с алмазными этими, блядь. Такую сейчас не найдешь. Все, собирай. И вот это место тоже, вот, которое непосредственно к боку прикручено. В принципе, там можно было и не чистить, но надо было сразу на блоке, ладно. Лишним не будет. Там когда-то я уже почел, прошу кончить. Ну оно у тебя сейчас вот здесь в масле. Это с подкрышки клапан, вообще надо. Ну вот. Проблема высадки была как раз в этом датчике. Да не может. Если ты говоришь, аккумулятор поставил, и у тебя он дернулся, да. Это проблема в датчике, его надо менять. Датчик включения вентилятора. Вот эти вот закисли все надо убирать, чтобы была медь. Да. Чтоб ты видел чистую медь. И место на блоке тоже надо зачистить. Так, заводим. Свет включен, да? Да, она включена. Ремень обходится, его надо менять теперь ремень. Так. Критичного-то нет, но потеря все равно по массе есть. Так,
самого генератора. 14-24 генератор выдает, но приходит почему-то 13-93. Так, о, греется, греется, Миша, вот здесь вот. Так, надо обжать вот этого. Вот как, блядь, сильно греется. Слышь. Вот в этом месте у тебя. Вот. Так, давай сейчас заглушим. Раскрутим вот это и надо обжать. Вот здесь надо обжать и здесь. Сейчас я принесу бокорезы. И ими обожмем. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот здесь вот оно где-то. По идее проудить бы неплохо было, но вот здесь вот потерял здесь. Заводи. Свет включил, да? Включи. Девяносто пять. Ты ездил с недозарядом, поэтому у тебя аккумулятор сейчас слегка пустой, будем так говорить. Сейчас вот нужно небольшое время, чтобы он заполнился зарядом. 96. Вот сейчас потихонечку он начнет заполняться. На чем? На датчике. Нет, какая на датчике, какая может быть удочка? А если без света выключить, сколько покажет? А ну выключи свет, посмотри. Ну вот, 14-17. А ну включи свет. На свете. Подожди, подожди, Миш, пусть минутку поработает без света, чтобы аккумулятор восполнил свое поверхностное напряжение. Все, включай свет. Миш. Вот здесь вот у тебя еще греется, вот здесь вот. Вот это надо. Ты вот это надо будет снять и
обстучать его на наковальне или где, обжать хорошо. Чувствуешь тепло? Ну, так. Или натер рукой уже, или что, надо посмотреть, как она. Вот, видишь, смотри, я пошевелил провод, вот 98, вот это место, в этом месте у тебя просадка, оно, вот, смотри, видишь, шевелю, уже 97. Как только мы 14 вольт увидели, все, мы справились с заданием. Вот это, Миш, надо будет, бокорезами не получится, это надо будет раскрутить и обстучать. Что, давай сделаем, наверное? Чтобы мы 14 вольт увидели. Клемник снять, обстучать? Да, ты сними его, сейчас мы положим на молоточек. Я его сниму. Открути просто, сними. А, ты не с этой, ну, ты с проводами или... Нет, нет. Достаточно. Заводи. Сейчас он поверхностное напряжение у тебя набьет. И 14 мы увидим. Ощущение, что по звуку как будто ремень буксует, нет? А на обороты, подожди, давай, давай я сам. Да, ремень у тебя подлицовывает, видишь, напряжение падает при перегазовке. Этот генераторный? Да. Ты обороты добавляешь, и у тебя напряжение падает. Это говорит о том, что ремень обходится. Он уже выработался. Ну, Миш, 14 вольт у тебя будет уже здесь. 13,99 мы увидели, блядь. Мы уже вроде как-то все сделали. Ну ладно, паяю потом. Да, вот здесь эти места облудить надо еще. Вот этот немножко тоже подогревается. Часть энергии уходит на нагрев. Ну, столько времени, конечно. Так, здесь у нас все в порядке. Ага, вот еще у нас тепленькое место. Вот на массе тепленькая тоже. Какой провод? На основной массе, на косичке. Так же самое. А, вот это косичка? Да. А ну пошевели ее. В самом разъеме. Вот ты ее шевелишь, и напряжение падает.
Да, да. Ты вот там шеверишь, и напряжение у нас дергается.